Итак, производим сборку. Все обратно. Здесь у нас два болтика. Один гаечка и другая гаечка. Нужно попасть в воздуховоды. Один, второй. И с другой стороны прикрутить кондиционер и вывести вакуумную трубочку. Вот я вывел вакуумную трубочку и подсоединил тройнику туда. И прикрутить болтик на 10. Вот он. Тот на 10. Все. Итак, сейчас будем заставлять обратно каркас. Вот это задняя часть. Динамички надо осторожно. Блок питания. Остается все на месте. Ничего не откручиваем. Здесь два болтика таких. Вот они. Пусть это все держится на месте. Ничего не откручиваем. Здесь просто снимаются две розетки. Блока питания, все. Здесь три болта, здесь один, второй, потом вот эти два очень важные и очень сильные крепления. Потом здесь будет крепиться, здесь прислоняется засос, это идет на трансмиссию. Еще один динамик, осторожно с ним, радио, розеточка, еще какая-то розеточка. И там, раз, два, три, четыре, четыре болта. И еще вот эти направляющие, очень аккуратно с ним, потому что очень тяжело потом их попасть на них и снять с них тоже. Ну что, поехали. Итак, установка торпеды. В первую очередь, вы помните, я рассказывал, что здесь два направляющих. Заводим эти два направляющих. Я завел торпеду через водительскую сторону. Два направляющих сюда. Ставлю на два болтика, наживляю. На любых. Потом с этой стороны подставляю под подставку. Вот, использовал такую подставочку под алюминиаху эту, как бы она все на весу держится, и пытаюсь накидать на верхние 4 гаечки этих, 4 болта. Так. Ошибка, которая была сделана, вот этот обдув на ног, он маленький, его нужно снять. Он мне плохо как бы снимался, здесь оно как бы приварено или что. Короче, я вот намучился, пока вот этот завел алюминиаху в угол об этот. А так, в принципе, очень хорошо зашло, никаких проблем. Используйте вот такую штуку. Я сам ставлю, никто мне не помогал.